Сегодня мы будем играть в Murder Mystery. И каждый будет сам за себя. Сегодня у нас в гостях очень классная и крутая команда роблоксеров. Юля, если ты будешь убийцей, ты будешь добрая? Ну, мне кажется, нет. Подожди! Да, смотрите, как я валяюсь около танка. Что это? Ой. Девочки, всё. Вы знаете, что делать? А мы что с этими делать? Зайчиками разберемся. Конечно. Ёлки-соли! С вами Pinkwings House и наши друзья-роблоксеры. Сегодня мы будем играть в Murder Mystery. И каждый будет сам за себя. Сегодня у нас в гостях очень классная и крутая команда роблоксеров. Вот я. Давайте мы вас с ними познакомим. Всем большой привет, с вами Коржик. Коржик, привет! Привет всем! Я Чудо-чай. Привет, чай! Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Всем хай, это Ицдаван. Динас. Всем привет. Ой, у Динаса такой костюмчик прям мне подходит. Привет, Динас. Главная королева Roblox Queen. Я королева многолика прекрасная. Ну, а всем большой привет, ребята, с вами Roblox Queen. И, ребята, сегодня мы этой компанией пойдем играть в Murder. Прошлое видео вам очень понравилось, как мы с Лисой и с Лерой играли. Мы сегодня продолжаем и пригласили очень много классных и крутых роблоксеров. Ребята, кстати, пишите в комментарии, кого из роблоксера вы знаете. Мы будем играть в Murder, и каждый будет сам за себя. Правила такие: когда кого-то убивают из участников, ребята замолкают, молчат и не говорят, кто убийца. Мы должны сами догадаться, кто убийца, кто шериф. Но шериф, наверное, сразу будет показывать, что он шериф. А вот кто убийца? Если убивают, ребята молчат и дальше играем. Думаю, будет очень круто. Ребята, как вам такая идея? Очень классная идея. Мне нравится. Прикольно! Ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы, ссылочки на каналы. Ребят, погнали, посмотрим, как что будет. Интересно, а кто это самый первый будет право? Мардер? Я не виновна. Я тоже. У меня такое выпало, но я не скажу. Ты шериф? Юля Маркер. Я шкаф. Знаете, потом. Я уверена. Ребята, я пойду, кажется, за ней следить, потому что она сказала, знаете, потом. Ребят, дальше. Продолжение следует. Сейчас она меня заберет. Продолжение следует, да. За ней идем, идем за ней. Опа. Это что, слежка? Нет, у меня что? Вот, это Маша, походу, убийца. Нет, неправда. Это Маша. Да, это Маша, убийца, походу. Нет. Это Маша. Маша, не давай. Минус Гвен. Так, где? Подождите. Маша, я запомнила. Она в этой комнате? Где она? Динозик. Она где? Она где-то туда пошла. Где она? Помогите. Боже мой, ребята, я шериф, меня сейчас убьют. Она сейчас из угла из какого-то выпрыгнет, 100%. Страшно, где ты? Да, она Маша. Она сзади, она... Маша, я запомнил. Где она? Я боюсь ее, Маша, не убивай. Вот она бежит, вот она бежит. Опа. Опа, опа. Кто тут еще? Маша? Так, давай, Женечка. Блин, ножик убегается. Боже, я убегаю. Айпад меня подводит. Меня подводит мой айпад. Да ну нет. Лиса, бежи. Давай, Женя, давай. Женя, да я что-то вообще косую шериф, понимаете? А! Ой-ой-ой. Да что такое? Почему я косая? Как что, так сразу косой. О боже, меня метают. Да Маша тоже. Я кидаю ножиком. Да, я убила. Не успела, да. Ну ладно. Ладно. Ладно, ребята, Лиса, первый, давай. Первый блин комом. Все, вся надежда на Лису Эрбокс, ребята. Давай, Лис, давай. Ты самый главный шериф, я знаю. Ты хороший. Ва! Давай. Вот так вот, ребята. Она вела порядок дома. Спасибо, Лиса. Да на здоровье. Это только начало. Ладно, видите, герой. Вот так вот, ребят. Я мазила шериф. Это герой. Герой роблоксеров. У меня не грузится. А давайте все посередине. Вот это карта? База. Мильбаза, да. Смотрите, ребята, у нас тут два зайчика. Видели, какие красивые? Посмотрите. Да, вообще. Я себе купил эту эмоцию за 800 гемов. Только что.
Я не виновна. Да, почему? Я тоже, я, понимаете? А я не знаю. Неужели я второй раз убийца? Я помолчу. Очень хорошая. Okay. Так, кто-то помолчит. Вот если сейчас опять Маша будет убийцей, да, я ну, не знаю, что я сделаю. У меня есть одна подозренница. Нет, это не я. Я буду знать, Юля, это не я, это правда тебе говорю, я хорошая. Да, конечно, я поверю, но не совсем. Нет, ты поверь мне, я честно. Я иногда бываю плохая. Вот она и сладкая парочка. Что они там делали? Так, так. Что-то вас много. Ребят, давайте думать, кто может быть убийцей. Давайте почему мне кажется, что я знаю, думаю, это могу быть я, но это не точно. Это Женяш. Кто шериф? Проверьте Юлю. Мне кажется, это какая-то Лерчик. Мне кажется, ты немножко думала. Лера очень тихая. Лера очень тихая, кстати. Да, вот. И что, блин? Ну, зрение, честно. Ой-ой. Я когда убийца, я по-другому играю. Я не говорю, что я хорошая. В результате окажется, что ты какой-нибудь чудо-чай. 100%. Может, это быть. Реально. Может, они тихие? Я... Реально! Он! Кто же? Я не могу говорить, кто я. Чудо-чай. Понятно. Кто шериф? Ну, короче, я проиграю. Ой, вам норм джамперы? Нормально. Это что, Женяш? А, это что, чудо-чай? Вы что, серьёзно? Нет! Мочи. До свидания. Да. Мы уже вместе стоим. А не знаете, заметили, ребята, у них корбоксы у многих, да? Такие одноногие ребята. Это просто поиграли в Марден, на самом деле. А смотрите, как я валяюсь около танка. Ой. Что я меня убьет? Фига, тебя убьет. Что? Бедная Юля. Привет. Юля, привет. Жизнь. Ну что, кто? Кто? Все, стреляешь. А, помогите, я же просто... Так, ну что, чай или шериф? Чай или шериф? Коржик, давай. Коржик, давай. Мочи. Я не могу, он прыгает. А, нет. Любим. Давай, убейте его. Нет, не убей. Динас, привет. Мы сейчас Динас. Нет. Всё, меня. Нет. Я убрал. Офигеть. Кожа ты убрал. Меня там. Давай, Коржик. Коржик. Меня. Победитель. Это наш спаситель, наш герой. Да, вы понимаете, что у меня чай взял, убил самый первый, нормально? Это батл? Он меня убил, скажите. Тебя прибил желтый зайчик. Желтый зайчик. Так я же его убил. Нет, ты его не убил, он от тебя... Ты его не убил, он тебя подошел и выстрелил. Он выстрелил. Ты его не убил. У меня показалось, что я его убил. Я обожаю свой интернет. Что ты там рассказываешь? А это был такой... Ладно. Аккуратно рассыпался, аккуратно тебя убил, да. И поэтому я думал, что там сейчас кто-то меня сзади... Не убийца случайно. Я сейчас хорошая. Я сейчас хорошая. Я? Конечно, я? Лер, ты не виновен. Я? Ты со мной в ванну. Да, я живу. Я с тобой в ванну. Ой, нет. Я ушла. Ой, нет. Проглотили ванну. Что делать? Ой, смотрите, ребята, Алиса пошла в ванну Коржику. О, май гад. Ребят, я пошла. Ты не боишься, что Коржик вообще-то мардер, он вас зовет себе в ванну? Мне кажется, меня сейчас прям в ванной убьют. О боже, Лиса убийца? Я забыла сумочку, оставь ее, женщина. С дороги, бежим. Офигеть. Лиса, нет. Лиса. Да, вам показала. Ребята, она нас вами захотела. А кто? Что вам показалось, не, ребята? Не, это ты, это ты. Лисонь, прости. Блин, а кто шерит? Рука встала, Лис. Так, где она? Меня застрял. Сейчас, если меня Артём... Женя, смотри, там. Смотрите, там Маша такая. Коржик, да вы что? Бедный Коржик. Даба на унитазе, ребят. Коржик рип, а Маша... Давай. Ну, в смысле нет? Я только на Машу хотел посмотреть, как она на унитазе умерла, а вы меня убили. Я умерла в туалете. Под твоей пышной зубе не рушам дупы склопа. Сейчас, зайди в туалет, пожалуйста, покажи нас все. А, давайте. А вы заметили, что смотрите, тут такая милая комнатка. Да, Маша, Женяша, Динас, Юля, Коржик. Место выступления. Почему у Лисы белая? Вот она, вот она. Сбербокс может, все, видите? Примилась, как не радуется. Пока я делал обзор, меня Алиса прибила. Да.
Ну зато да, красивый вот, ребят, обзор, прикиньте, не было меня. Вот не делайте обзоры. Жертвовал ради обзора. Лиса была хорошим убийцей, всех убила, а вот. Но у неё карта легкая. Давайте Я не шарю за карты, поэтому да. Мне страшно, мне будут мстить, понимаете? А что если мне Женя подойдет и я вот так вот незаметно из угла прибьет? Самое первое. Забулили нас. Я тебя это поймаю. Мне теперь страшно, ребят. Я тебе обещаю, я тебя найду и убью. Лиса, ты же помнишь, что я тебя буду убивать нежно и любя? Я только так убью. Я помню, из прошлого вечно знаешь его, конечно. Я мирно. Мне сейчас 100% будут мстить. Мне кажется... Нет, сейчас точно, точно, Лис, сейчас точно я хорошая, правда, верь. Мне кажется, почему мне кажется, что это один наш? Лис, сейчас будет месть за то, что ты меня убила в туалете. Ну, чай, коржик, вряд ли. Лис, стой. Наверное, Динас. Смотрите, он за мной идет. Мне тоже кажется, что это Динас. Я не знаю, почему мне так кажется. А что делать, если я не умею играть? Что делать? А, походу, Юля. Учиться. Конечно, я, ребят, ищите. Юля, я тебя боюсь. Лиса. Да, бойся меня. Динас, а что ты уже не говоришь? Какая Роблокс. Опять Гера лагаю себе. Лиса. Это не я, 100%. Ребята. Ну если опять... Боже, побери! Вот это поворот! Вы серьезно? Это был вот этот вот желтый заяц? Как он на меня догнал? Он был таким образом. В смысле, он меня прибил первый? Так нечестно. Гера, у меня к тебе вопрос. Вот он прыгает. Мне кажется, Лиса, знаешь, что тебя убил первый? Потому что он на меня тебя убил. Помогите. Спасибо, Гера. Что делать? Юля, помоги, пожалуйста. Что? Юля молодец! Вот это крутышка! Юля про! Вообще, Юля про! Юля прошка картошка, ребят! Умеем! Коржик, ну ты же за меня отомстил Лисе, да? Первую ее убил, чтобы она там это... Ну в смысле за меня? Нет, он просто так просто совпало. Нет, он за меня убил. Я люблю очень. О, давай ответишь. Неправда. Victory! Я вам буду мстить, я вам обещаю. А. Что такие мстители все, я в шоке. Ну, да, я все это. Я вообще добрая. Я добрый. Друг другу. Юля, если ты будешь убийцей, ты будешь добрая? Ну, мне кажется, нет. Вот и правду сказала, да. А потом говоришь, почему вы такие все мстительные? А нас убили, мы тоже мстим. Так, ну я убийца. Я мирная. Да что ты говоришь, моя хорошая? Что убийца? Я убийца. Я убийца. Я тоже убийца. Посмотрите, тут голова Леры, вот тут вот, там, где крыша. Я не знаю, кто это. Вон там. Вон там Лера. Подождите, где Лера? Это Лера там? Да, она трогалась там, как она там тогда показалась? Привет! Ты как, что? Я не понимаю. А что вы там так кучкуетесь? Там Лера застряла. Что? Я знакомый. Это она, я все угадал. Я хотела Лиса убить. Я знаю, кто это! Бежим! Да, вы там бежите! Да, реально у Коржика лагает, поэтому... Да. Ты хочешь, я покажу кое-что. Я бегу от убийцы, меня прибить хотят люди! Нет, пожалуйста! Ой-ой-ой, женщина у нас, оказывается, вообще опасна. Ой, простите, девочки. Саня! Саня! Слышишь? Прости! Лера, ваш риф? Меня пили! Так, ребята, я... У нее еще что-то веселое, я не знаю. Простите, меня, пожалуйста, я вас не хотела убивать, я хотела убить. Мы хорошие. Кто? Ой, что? Кто? Женя! А кто это? Ну, ребят, ну все, короче, все. Кто еще остался? А мы потеряли. Ребят, не сдавайте, пожалуйста, кемперша. Ну, почти, немножечко. Давай, иди сюда. Женя, не стой там, нечестно. Почему нечестно? Нечестно. Остался Коржик и Динас, они стоят на улице. Женя, да привет. Привет, рассказал. Зачем нас спалили? Да, они все равно... Ну, все равно 4 секунды! Я хочу быть самым хорошим! Бегите, бегите, быстро, быстро! Бегите, давайте! Она сейчас вас догонит! Безумно можно быть первым! Безумно можно быть первым!
разные стороны. Они от меня убегут. Брат за брата. Помогите. Коржик, конечно. Женя, кидай. Я кидаю. Я убежал. Я Коржик, давай, пожалуйста. Я застрял. Да, я мать Коржика убила. Динас, иди сюда. Динас, нет, Женя, ты не убила. Видишь, как у меня произошло? У него залагало, а он прошел дальше. Это уже ядерный рой. Коржик, похоже. Меня спас. Третий раз. Роза никого не убила, блин. Вы, кстати, сказки догадались? Наверное, это легендарный. Вообще, на самом деле, я не подозревала Женю, я подозревала всех, кроме Жени. А я специально тебя не хотела убить. Вначале. Да. Меня? Да, и что я тебе сам... Я же тебе сказала, говорю, ты когда меня убила, я говорю, я тебя убью самый первый. За это за тобой случилось. Давайте пирамиду построим. Пирамида? Пирамида. А как? Пирамида. Стойте. Ой-ой-ой. Давайте сейчас построим в игре. Давайте, я буду. Что произошло? Это Я не знаю, что это за пирамида. У тебя 5 интернет, я не смогу тебя убить, как всегда. Не верь такое. Коржик читер. Коржик читер. Коржик читер. Шериф, да, получается? Маша, живи. Живи, девчонка. Маша. Что, Маша живая? Да. Там осталась Маша, там остался... Чудо-чай, там остался Коржик, там остался такой. Чудо-чай плохой. Чудо-чай очень хороший. Мы не любим чудо-чая, все. Он меня прибил два раза, понимаете? Это как спать. Да вообще, меня убил сразу, за секунду. Он такой сделал пирамиду и всех сразу. Так я специально, ребят, план скам. Ты где вообще? Хитренький, хитренький убийца у нас. Хитрюга. Я боюсь его, где он? Он знаешь, он, а я он? Он стоит я всегда угла, рядом. Или говорит, да? Ой, да ну, да что, ты что, крыса, посмотри, что ли? Маш, посмотри, мы там все убитые, посмотри, мы такую пирамиду хотели хорошую сделать. Ой, это какой так страшно. Вау, башня трупов. Ну давай, нападай. Бедненький. Я просто хотела шпагать, я же это как. Нажили так. Маша, я... давай, Маша, я отомщу, ребят. Давай, отомщи. Давай, Маша, я отомстим, чудо-чаю. Он там в кустах прячется. За нами. Прячется давай, и хочешь, типа, это. Маш, просто милей, подойди милей к нему и убей. Все. Безумно. Нет, можно он быть первым. Ау. Нет, неправда. Тут еще есть я на всякий случай. Нет! Он ее убил! Ну теперь я кемпер, я как люблю. Ты извиняешь. Так, да. Ну, Коржик. Вот он, этот желтый зайчик. Вот он. Где? Вся правда. Так вот, ребята. Желтый стоит и не боится ничего. А, он наверху желтый. Да, да, да. И два зайца осталось в игре. Прикиньте, нас всех поубивали, и два зайца... В прошлый раз один зайчик убил другого, а теперь все наоборот. Два зайца правят миром. Восстание. Это месть. Меня хочет обмануть. Девочки, всё. Вы знаете, что делать? А мы что с этими делать? Зайчиками разберемся. Конечно. Не, ну, ребят, конечно, как иначе. Ну да, мы говорящие трупы. Он у меня завис. Главное, чтобы один зайчик разобрался, а другие. Мы не просто говорящие трупы, мы бессмертные, ты чё? Пусть нас сколько раз убивают, мы же хорошие. Я за желтого зайчика, я жду, пока он будет. Всё, я победил. Всё, серьёзно? Да. Осталось два зайца, ребят. Мы ж не победила дружба. Победила дружба, ребят, дружба. Ребята, давайте жить дружно. Понятно. Да, дружба победила. Нет дружбы, да. Победили зайцы. Победили зайцы. Мы ну, давайте разберемся. Ой-ой-ой. Ого, это какая карта красивая. Ой-ой-ой. Это мы приехали на отдых, девочки. Это мы приехали на отдых. Ничего себе. Тут нет улицы. Это ж девочки и динамики. Что за карта? Как тут играть? Это карта вроде была уже. Лера, мы приехали на вечеринку. На вечеринку приехали. Женя, ты где вечеринка? У нас девишки. Йо-хо, мемная вечеринка. Ну, почти девишки. Лера, ты меня пугаешь. У нас нет, выключите. Выпустите меня так с зайцем. Девизы Юля, я тебя боюсь. Что? Юля, ты что, убийца? Я возле Юли. Если мы меня не станет, то вы будете знать, кто убийца. Ну, я вместе с Юлей тут хожу. Подождите, кто?
Может, это вообще Гера? Это не Гера, а Динамо. Ребята, это я. Это я. Меня чудо-чай спалил. Мне хочется спрятаться. Это все-таки Юля? Конечно. Юля! Нет, ребят, это я. Главное, не кучкуйтесь, ребят. Это реально я, ребят. Что вы рекомендуете? А кого-то уже убили? Ну, вообще, я не знаю. Я доверяю только Юле. Давайте присядем за стол переговоров, ребята. Очень хорошая идея. Куда идти? Учитывая, что кто-то из нас убийца, это важно. Я вот прям на тарелке сел, нормально? Нормально, пойдем. Пирамиду там, все такое. Сегодня на ужин заяц. И Динамик. Крольчатину. Месть. Юля, да, это была Юля. Это была Юля. Она зайчика отомстила. И всем отомстила. Это реально Юля. Да, реально. Да. Юля, вы серьезно? А, ну, ребят, ну, извините, но мне надо было это делать. Я Алиса, гудбай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот они, ваши роблоксеры, да. Юля, давай. Нет, пожалуйста, спасите Лера. Нет, ребята, меня сейчас прикопают. Легендарная ПВП. Лера, давай. Давай, Лера. Я застряла. Юля застряла. Юля сейчас застряла. А я... Кто за кого? Кто за Леру, кто за... А, нет. Молодец. Уже все поздно. Все. Меня, блин. Я... Я бегу. Смотрите там. На ужин. Юля, вернись к столу, вернись. Да вы что, реально что ли? Там очень прикольно, Блин. Юля, всех. Ура! Ананас. Ну, если что, то... Юля, двух зайцев убила, которые как раз нам на... Юля, побежала. Молодец. Я была мартером, я же говорила. Давайте. Мне нравится новый карта. Давайте вот эту карту. Я говорила. Лиса, Лера, помните, когда мы играли в мартера, мы девочки мстили на этой карте? Блондиночка. Давай. Я ее убила. Нет? Да, я ее убила. Ура! Я помню, да. В этот раз этой девочкой буду я. Я тебя не хотела бы убивать. У меня есть другие. Ну, придется, да? Ой, Юля, меня уже не есть. Женя, ты хочешь меня убить? Ну да, потому что ты зайчик, и ты нас убивал. Да. Я тебя первый. Я бы хотела. Я не Короче, я хочу мстить чудо-чаю. Мне все хотят мстить, ребят. Ну ты нас убивал. Да, вот именно. Я тебе не хочу. Ты нас убивал. Я доверяю только Юре. Все. Все, мне страшно ходить. Мне страшно жить. Ой, смотри, какая-то муж сражается. Я буду с тобой ходить чудо-чай. Ты же мне доверяешь? Ой. Я Юле очень доверяю, конечно. Пойдем мы с тобой пить. Доверяешь мне? Доверяю тебе. Я тебе тоже. Я не доверяю Женяшке. Доверяем друг другу. Опять сейчас кто-то в туалете умрет, да? Не доверяйте Юле. Я не умру в туалете, я, пожалуй, выйду. Я не умру в туалете. Это Женя! Нет, я хорошая, вам показалось, ребята. Понятно. А зачем Лера говорит? Я хорошая. Она меня не убила. Не надо палить. Ребята! Это самый ужасный нож, который есть, мне он не нравится, он косой. Это Женяшка, почему там за дверью кто-то бегает? Я за Динаской ходила, за Динаской, прости. Подождите, но Диназа так называли, Динаска. Динас, ты мне разбил сердце, понимаешь? Я муж, а я не выдерживаю. Кошмар, бедная Дима Евтушенко. Да, я его хотела убить, но он убил меня. Дима Тушенко. Ну ничего страшного. А я хороший. Женя. Я зайчика не А ты знаешь Диму Евтушенко? Ну да, слышала, такой есть тиктокер, да? Да, а там у него сейчас хайп. Это на самом деле чудо-чай. Ему разбили сердце какая-то девушка, и теперь он всех просит, чтобы разбитое сердечко везде, типа, писали, ставили на аватарку. Это вообще ужас. Я даже не знаю, с чего начать. Ну, понятно, я тоже тебе разбитое сердце. Ребята, пожалуйста, пишите в комментариях разбитое сердце. Разбитое сердце. Нас любил чудо-чай. Новость на следующий день. Динас разбил Женяше сердце. Сердечки второго. Пойдемте за стол. Это очень классная, кстати, карта, прикольная. Мне вообще не очень нравится эта карта, она какая-то... Ну, ребят, за столом так хорошо было, я помню, но я туда больше не вернусь, нет, всё. Ну ладно, нет, мне тут страшно. Я больше не боюсь, что... Никто не хочет быть запустом на столе. Ребят, доверия нет. Ой, это что? Я прям пришел на место преступления. Я тоже, я видела. Я дверь открыла, тут...
Маша с ножом. Нет, меня не убивают. Здрасте, я Маша, убийца. Я была уверена, что ты Динас. Коржик. Ой-ой-ой, уходим. Я жив. Маша, ты добрая, ты же хорошая убийца. Да, я очень миленькая. Смотрите, как она... О, боже. Я опять с двумя зайцами только в лобби. Она делает зайца за столом, нормально? Опять зайца на ужин. Да. Заяц! Ты меня слышишь? Слышу. Ой, а я спряталась, нет, я Маша, надеюсь, меня не найдут. Давай. Женя, давай. Блин, кацанула. Я вас закрою. Она закрыла дверь. Маша, где? Что там вообще происходит? Я прячусь. Маша, где? Приветик. Я здесь. Привет, я издала. Я все прибью в Мардере, а ты? Оп. Лера, ой, я нет. Меню. Лера, ты кто еще остался? Мы же Тим, у нас это дети. Прости, Маша, я знаешь кто? Маша, знаешь, кто остался? Кто? Динаска. Динаска, иди сюда. Да. Это так звучало? Я спрятался. Динас, что ты стоишь? Иди, бери пистолет. Иди, забирай. А так будет скучно. Он боится Машу. О, Динас прямо на Машу сейчас придет. Давай, иди сюда. Вон она там. Я жду тебя. Динас спокойно играет, молчит, когда проходит. Смотрите. Он сосредоточен. Да. Он сосредоточенный, да. Почему я не могу? Маша, ты даже не попала. Почему ты не попала? Почему? Меня она сразу попала. Да. Маша, поздравляю! Маша, Дава, конечно, крутая. Дава про. Да, просто. Маша убила Лису, как же Лиса. Маша, поздравляю. Вот я сейчас гуляю здесь с кем? Мой любимый туалет. Ого! Маша сидит, отдыхает на туалете. Я не могу на него сесть. А вот проблема. Динас, ты что, пришел занять мое место? Мне кажется, это чудо-чай, Лера, ты молчишь? Ты не убийца? Если это опять чудо-чай, я не знаю. Хорошая, да? Нет, это не я точно. Это чудо-чай. Ну вы же мне доверяете. Вы убили. Не доверяю. Она села. Посмотрите, она сидит. Да, уже нет. Убили. Как сюда сесть? Смотрите, тут Динас утопился в ванной. Ой, все, я сижу. Нет, у него такая эмоция. Что? Нет. Лера? Ой. Это не я. Иди сюда. Ребята, это разговоры. Ой, честно, я тебя отомщу. Заяц желтый, я тебе такой устрою просто. Мы тебе уши оторвем. Вот именно, еще вот второму зайцу тоже. Ничего себе. И морковку заберем. Я пошутил. Или нет? Короче, два зайца и обоим нам надо отомстить, девочки. Да вы нас уже на ужин сварили. Эти зайцы слишком много себе позволяют. Нет, да ёлки-палки! Но если бы я сейчас была невидимым мартером, это было бы жестко. Вообще. Да, давай Тим. Да. Давай. Ого! Тимберы в команде? Кто Тим? Давайте тоже будем в команде. Ну мы не были ни разу мартерами. Хорошо, я же не в команде, я хороший зайчик. Я вас поняла. Я в команде. Так, подождите. Я вообще без понятия, кто это может быть. Ребята, чай опять? Блин! А все. Женя, прости. Это была Женяша. Ребята! Зато я Коржика убила. Ну да, это главное. Женя, одному из зайцев. Ты убила Коржика, значит, мое наше уважение. Спасибо большое, спасибо. Но еще надо чая было. Надо вместе с зайцем. Играем в Among 2. Сейчас заныкаемся все, и все, будет круто. Сейчас да ёлки-палки! А вдруг она сегодня так подыгрывает? А вдруг это неправда? Да, она может быть убийцей. Да, может, да, может быть. Идея. Я ее всё-таки проверю. Видите, она стоит долго там, смотрела, осматривалась. Лера! Ты что, реально убийца? Подождите, а можно... Маша, я не буду с тобой прыгать на батуте. Да, это я, Маша. А что, ты мне не доверяешь? Вам нельзя доверять. Ой, смотрите, кто... Не доверяй, ребят, мне кажется, ты Юж. Ребят, я знаю. Мы катаемся. Ой, все. Ой, Коржик, а ты тебе сейчас запишу. Вау. Все испортил, все испортил. Блин, вот такую идиллию взял, мне испортил, а, Коржик. Как это проходить? Ой! Ой, я тоже к вам хочу, подождите ну, меня. Ну, вы чё, ребят? А, как вам реально? Сейчас нас кто-то закрысит, например, Лиса какая-то. Я на Люсе. Да в смысле на меня?
Какая-то... Вы знаете, что Лера очень тихо. Лера, почему ты такая тихо? Лера! Почему ты такая тихо? Я мартером не могу стать. У Леры депрессия, а мы с Женяшей прыгаем на батуте. Нам весело. Ой, смотри, там Лера. Где Лера? Вот она прыгала. Вот она пришла. Еще раз. Слушайте, мне кажется, она разыгрывает сцену. Я думаю, она ожидает момента. Ребят, ой-ой-ой, Юля, это ты? Ой-ой-ой, ребята! А кто говорит, что это Лера? Вы что, серьезно, это Юля? Я не говорю, Лера. А кто говорит, что я не Лерчик, ребят? Ну, кто знает, честно. Ну, ты скрывала? Ты скрывала? Ребят, меня сливают, что делать? Помогайте мне, пожалуйста, выжить. Нет, пожалуйста. Вот она хитрая, ребята, вы посмотрите. Меня прибили! Какая она хитрая. Нет, на самом деле, я играть не умею. Ребят, какая хитрая, блядь, чё? Ну вы посмотрите на него. Нет, давай, тащи. Давай. Уходите от неё. Помогите. Что делать, ребят? Меня не прибей, не прибей. Что делать? Что делать? Ну, я ставлю, чтобы Юля убила зайчика. Ребята, у меня убрался нож. У меня времени нет. А Лера вообще спряталась. Нет, Лера вообще ударка, ребят. Мне не хватает времени. Все, я. Ребят, я в ананасе буду. Все. Лера, помоги, пожалуйста. Ребята, все, в ананасе. Юля, все проиграла. Ура, зайчик выжил. Зайчик, тебе повезло. Ну что ж, ребята, игра классная, прикольная, веселая, мне кажется, Лерчик. Всем она очень понравилась, но Лерчик в этой игре не повезло. Вы знаете, ребята, я думаю, наверное, в следующей игре, когда мы встретимся, Лерчик за всех отомстит, да, Лер? Я тоже так думаю. Она была сегодня очень хорошая, она никого не убивала, она была самым лучшим, хорошим жителем. Ангелочек. Помимо нас, да, а мы были сами плохими, были все, каждый плохими. Особенно зайчик. Зайчики были вообще плохие сегодня. Зайчики, конечно. Ладно, было классно. Мне очень понравилось с вами играть, ребята. Очень понравилось. Ну, круто. Тоже. Очень классно. Ребята, на этом наше видео заканчивается. Я надеюсь, вам понравилась наша игра, как мы играли. Мне было весело, прикольно. Наши зайчики сегодня очень круто отличились. Ребята, если вам понравилось такое видео, то ставьте лайки, а мы еще какую-нибудь игру вместе поиграем. Пишите в комментариях, какой бы вы игре хотели бы нас всех вместе увидеть. Ну а с вами была Женяша, Лерчик, Лиса, Роблокс Квин, Дина, Коржик и Чудо-чай. Я вообще до последнего. Ой, забыл. Чудо-чай. It's Dava Tut. Чудо-чай. Всем пока, кисули. Ой. Пока. Не забывайте подписываться на каналы. В общем, всем пока, ребята. Всем лавки. Пока-пока. Всем пока. Всем пока.